А теперь кадры, как его уже назвали, исторического морского визита. Фрегат Черноморского флота впервые в новейшей истории России совершил заход в порт Судан. Эти кадры сняты с борта корабля «Адмирал Григорович». На палубе выстроилась команда в парадной форме под стать торжественному событию. Видно, как выглядит и сам порт. В ходе визита моряки пополнят запасы и отдохнут. Личный состав принял участие в учениях в Аравийском море. Добавлю, что в декабре Москва и Хартум, столица Судана, договорились о создании там пункта материально-технического обеспечения российского флота с целью поддержания мира и стабильности в регионе.